Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска с двигателем 2.0. Коробка здесь механика. На этом автомобиле мы заменим сегодня масло в коробке. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем защиту и сливаем масло. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот у нас сливная пробка с коробки. Если так посмотреть, она на левое колесо смотрит снизу. Большая головка на 24. А вот у нас заливная пробка. Здесь она с наклейкой. Она же является и уровневой пробкой. Берем, откручиваем сливную и сливаем масло. В принципе, масло чистенькое. Масло у нас слилось. Берем, закручиваем пробочку. Смываем масло. Подтягиваем пробку. И откручиваем заливную. Заливать буду нагнетателем. Масло будем использовать Toyota 7590. Оригинальный номер масла 088-85-80-606. Вот такое он идет для... по мануалу для коробок механических. Войдет здесь где-то примерно 2,5 литра. Вот такой приобрел нагнетатель масла со шлангом. Берем, закачиваем. Все, залил масло. Масло ушло 2550, где-то 2570. Побежало вот немножко. Вытер его. Закручиваем пробку на место. И подтягиваем ее. Также смываем масло.
и все. Замену масла механической коробки мы закончили. Всего вам доброго.